Всем привет! Вы слушаете радиостанцию Kiss FM. С вами Настя. Каждый четверг с 10 до 11 в программе «Пропаганда». Сегодня я с вами в прямом эфире, потому что я в городе. Я еще никуда не уехала, ни на какие гастроли. Вот, поэтому я могу себе позволить приехать в эфир и поиграть здесь. Собственно, импровизация лайвом. Вот, и сегодня мне буквально за полтора часа до радиошоу придумалось поиграть drum'n'bass. Но drum'n'bass, конечно, не такой, как обычно, не такой, как вы себе представляете, я уверена, потому что мой вкус немного отличается в этом смысле, потому что я себе могу позволить все, что угодно в этом направлении. И что я хочу позволить, так это, конечно же, какой-нибудь минималистичный саунд. И сегодня я сделала такую подборочку, которая не напряжет ваши мозги однозначно. Вот, так что хорошего вам прослушивания. Это вот первый трек, который я давно хотела поиграть. Он у меня уже, наверное, года два. Но сегодня я подумала, что это самое подходящее начало. Как раз я хотела немножко с вами поболтать, потому что у меня есть новости. Вот, одна из этих новостей заключается в том, что вчера вечером в сеть вышел, в общем-то, моя пластинка, первая пластинка от диджея Настя, выходит релиз на лейбле Нила, вот, и там будет два оригинальных трека, первый называется «Масло», второй называется «Момент», и на «Масло» мне сделал ремикс японский известный техно-диджакей, музыкант Фумия Танака. Мне очень приятно было получить ремикс именно от него, потому что я его привозила в Украину и помогала привозить его в Россию. Замечательный артист, очень высокого уровня, концептуальный, интеллигентный. То, что мне надо. В общем-то, его поддержка мне была необходима. И я уже вижу результаты, потому что по результатам пресейла мы видим, что больше всего пластинок заказали именно в Японии. Куда я, собственно, собираюсь ехать в марте. И буквально на днях, я уверена, что моя поездка подтвердится. Вот, и есть смысл в этом во всем однозначно. Что же еще? Вот я еще готовлюсь к тому, что в октябре я поеду в свой, наконец, южноамериканский тур. Я поеду в Перу, потом я поеду в Бразилию, Колумбию и Коста-Рику. Вот. А сейчас я думаю, что я, наверное, пойду поиграть, потому что я эти треки совсем не знаю, на самом деле, в большинстве своем, потому что я их купила буквально за 15 минут до того, как выезжать, и, в общем-то, торопилась, и мне это нравится, поэтому я иду экспериментировать. Вам желаю хорошего вечера, пожалуйста, не переключайтесь, потому что я уверена, что что-то будет интересное и просто приятное. Хорошего вечера, Kiss FM, Настя и «Пропаганда» с вами.
О, боже мой, забыла еще напомнить, что, что вы можете смотреть веб-камеру. Я, собственно, играю вживую. И общаться со мной под камерой на сайте kissfm.ua. И там же я смогу ответить на все ваши вопросы, если у вас будут таковые. Ну, вообще, в принципе, с нами пообщаться, побыть, потому что нас там уже несколько, и с каждым разом люди прибавляются и прибавляются. Если вы пользователи сайта социальной сети ВКонтакте, то вы можете, у вас есть доступ к тому, чтобы общаться вместе с нами. Вот, так что продолжаем. Kiss FM, Настя, пропаганда.
Ну что ж, вы слушаете радиостанцию Kiss FM, с вами Настя, в программе «Пропаганда» каждый четверг с 10 до 11, я с вами. Ну а сейчас вот это, собственно, трек моего любимого друга Саши Санчейза. Санчейз — это «Тастнай Тайланд Левиши», драм-н-бейс продюсер Украины, и то, что он делает, это просто потрясающе. Меня сильно вдохновляет его музыка, и вот это одна из его композиций. Саша, спасибо. Сейчас в эфире мой любимый, самый-самый любимый Калибр. Это, ну не знаю, мне кажется, это лучший вообще человек, который может делать такую музыку. Он делает ее просто тоннами, и все хорошо. Я удивляюсь его таланту. И совсем недавно вышел, он сделал подкаст для Mix Mag. Я обязательно поставлю этот подкаст в свою программу, когда я буду не в Украине, в качестве резерва. Вы, ну, должны это послушать, потому что Калибр — это просто потрясающий вообще человек. Я не знаю, мне очень хочется его увидеть, побывать на его выступлении. Потому что, ну, правда, на самом деле, я таких людей не знаю. Талантливейший вообще человек. Класс. Я очень рада, что у меня удается такую музыку поиграть. И я знала, что именно так я себя буду здесь чувствовать вместе с вами. Не забывайте, что я играю лайвом. Вы можете меня смотреть по веб-камере, слушать музыку и переписываться с нами в чате, собственно, на сайте Kiss FM. Ну, а я пошла, поставлю следующий трек.
Наконец-то я могу выйти в эфир. Я уже на самом деле вспотела тут регулировать уровни, потому что техника у нас играет реально отстойно. Я уже начинаю серьезно нервничать, потому что то шнур отойдет, то, в общем-то, уровни вообще абсолютно разные, треки разные. Я, короче, меня это все раздражает. Мне не дает это насладиться вполне, но музыка действительно классная, и она меня вдохновляет. Мне хорошее настроение все равно. Вот, поэтому я не буду вам мешать и болтать. Вот у нас осталось, сейчас скажу, сколько, минут 10, наверное. Вот, я уже не знаю, что там и как сейчас делать. Но я надеюсь, что мне повезет, и мне удастся закончить эфир без форс-мажоров и всяких накладок. А я желаю вам хорошего вечера, и оставайтесь с нами на радиостанции Kiss FM. С вами Настя и программа «Пропаганда». Thank you.
Тут какая-то беда у нас с компьютером, он абсолютно не работает. Я не знаю, что сейчас будет в эфире, если честно. Но это последний трек, в любом случае, который я сейчас поставлю. Я даже не знаю, сколько минут осталось до конца моего эфира. В общем-то, как обычно, отличаются мои программы всякими форс-мажорами и необычными ситуациями. Но я уже привыкла, поэтому не сильно переживаю. Вот. А все остальное касается, не мое дело, а дело программных директоров радиостанции. Что я могу сделать? Я хочу сказать вам спасибо за то, что были со мной. Я читала все, что вы писали под веб-камерой на сайте Kiss FM. Мне очень приятно. Вот, еще хотела сказать, что мы же совсем буквально, по-моему, вчера объявили то, что 11-летие Kiss FM будет проходить в арене в Киеве. И будут главные гости у нас Сид Рокслер и Массио Плекс. И я, конечно же, раз я уже об этом говорю, значит, я в этом участвую. Вот, так что да, я уже давно не играла на день рождения Kiss FM, и мне кажется, это абсолютно мой формат. Я уже готова. И очень редко бываю в Украине, очень редко здесь выступаю. Поэтому все кстати. И будет классно, если вы тоже присоединитесь к нам, потому что музыка однозначно неформатная для абсолютно, для обычных дней рождения Kiss FM, потому что это обычно или транс, или еще что-нибудь. Но в этот раз у нас эксперименты, чему я очень рада. И Антону Цесляку респект за, собственно, такие бонусы. Вот. Ну что ж, я завтра улетаю в Самару. И там повеселимся с моими друзьями. Они меня ждут, я знаю. Я тоже очень жду нашей встречи. С вами мы услышимся на следующей неделе, в четверг, как обычно, в пропаганде с 10 до 11. Все, всем пока. С вами была Настя на протяжении последнего часа.